Алматы. Это моя первая любовь. Не первый год многие казахстанцы называют фестиваль «Алматы. Моя первая любовь» личным праздником старшей дочери президента. Нынешний, уже 14-й по счету, не обошелся без меццо-сопрано Дариги Нурсултановны. В артистке подалась и ее дочь Венера, которая исполнила песню из репертуара Бритни Спирс. Алматинцы лично против творчества главной семьи страны ничего, кажется, не имеют. На первый план выходит вопрос, почему за этот праздник платит фонд народного благосостояния Самрук Казынам. Здесь они перепутали карманы. Это личный праздник Дариги Назарбаевой, который можно делать раз в 20 лет можно. А с этого праздника что там происходит? Мне непонятно, в чем идея. В том, что Дарига Назарбаева личную свою инициативу, личный праздник, она тиражирует на своих родственников. И причем почему именно на ее личный праздник идет финансирование из Самрук Казыны? Мне это непонятно. Статьи расхода фестиваля «Алматы. Моя первая любовь» хозяйка праздника так и не раскрыла. Но не уставала повторять. Мероприятие некоммерческое. Вход исключительно по пригласительным. Те, кому посчастливилось попасть на ежегодный концерт, высказались в соцсетях. Начало ждали 2 часа. Все это время наблюдали за официантами, которые обслуживали VIP-гостей. Когда Аким Алматы пытался сыграть на клавишах известное произведение, от ужасного звука вылетело из головы, что это. Лучше бы этого не делал. Только общее впечатление праздника испортил, как будто руки не оттуда растут. Правда, попросил, чтобы его не судили строго. Звезда 80-х Сандра пела, как обычно, под фанеру. Звук был просто ужасным. Смотрела фотоотчет побывавших на концерте. Лица у всех странно грустные и непраздничные. Поэтому не хожу на такие концерты, где людей четко делят на тех и этих. Народ просто декорация к празднику некоторых. И всегда один вопрос – почему народ все это терпит? Этот фестиваль никогда не был для людей. Они там просто массовка. «Алматы. Моя первая любовь» – фестиваль культурный, так что на сей раз обошлось без эксцессов. Характерная деталь, заявленный ранее как участник Кайрат Нуртас, в этот раз ничем слушателя не порадовал. Да и реакция публики была куда более сдержанной. Кстати, звезду казахстанской масс-культуры вычеркнули из всех списков. Поддержка, Достана, поддержка! Евгения Сазонова, Алматы, Казахстан.